Друзья, всем привет! Сегодня снимаем рулевое колесо на автомобиле Kia Sorento. Что делаем в первую очередь? В первую очередь это руль. Мы по высоте поднимаем вверх, если вам, конечно, удобно, и вытаскиваем на себя, чтобы можно подобраться было болтам. По обеим сторонам у нас болты, которые держат подушку. Здесь 40-й торкс. Вот справа болтик. И с этой стороны тоже болтик. Откручиваем их. Болты, значит, открутил я. И вынимаем подушку безопасности. Только аккуратненько, потому что здесь провода могут порваться. Они коротенькие. Теперь, значит, снимаем нашу массу. И отверткой поддеваем вот этот желтый фиксатор. И снимаем саму фишку с подушки безопасности. Подушку безопасности сняли. И теперь головкой на 21 откручиваем вот эту вот гайку с рулевого вала. Гайку я открутил. И смотрите, здесь на рулевом валу метки никакой нету. Метка есть на основании руля. Вот такой вот шпиндик. Здесь можно маркером пометить. Либо просто даже вот отверткой так вот нацарапать, чтобы потом не перепутать, как стояло. И не забываем снять управление кнопками руля и вот этот вот разъем. Потому что мы руль будем снимать, а он, этот разъем, у нас торчит в этом, в шлейфе. Так что его тоже так вот отстегиваем. И все, больше мешать у нас ничего тут не будет. Я гайку накрутил обратно, чтобы мне рулем в лоб не дало. И такими движениями влево-вправо дергаем руль на себя. Оп, все, вот он снялся. Отворачиваем гайку. И все, аккуратненько снимаем руль. У меня здесь вот наклеечка упала от шлейфа, ну ничего страшного. Все, рулевое колесо автомобиля Kia Sorento у вас в руках.